На полу раскатываем подложку из пененного полиэтилена и укладываем на нее паркетную доску. Удобный замковый механизм не требует использования клея. То же покрытие используем и в отделке двух стен. Для надежности фиксируем саморезами. В отделке наши герои предпочитают дерево, поэтому две стены и пол мы обшили паркетной доской. Она же появится в скором времени и на потолке. Вообще применение одинаковых фактур свойственно стилю минимализм, которого мы и придерживаемся. Помещение смотрится более целостно. Паркетная доска у нас крупного формата, в длину 1,20 м, в ширину 19 сантиметров. Сверху 4 миллиметра массива ясеня, нейтрального светлого цвета с крупным рисунком. Ясень относится к тяжелым и твердым сортам дерева, поэтому его древесина считается даже более прочной, чем у дуба. Сверху доска покрыта защитным лаком.